ребятушки, у нас, короче, началась осень. Листики падают, все красиво. Ну и мы решили как бы отдохнуть, далеко не ехать. И зачилить под доширак. А что так хочется? В общем, сегодня мы решили сделать три доширака на три кари, запатать костер для души и посидеть на обрыве. Блин, а листва уже это того самого. Куда так? Куда я? Воу! Да. Так, проехали лес. Лес замечательный. Воздух холодный. Надо переехать дорогу. Дорога оживленная, будет опасно. Молитесь за нас. Очень пасмурная погода, ребят, холодно. Прям невыносимо. Ну, неприятно, конечно. Ну, сюда давай. Очень сильный ветерок. Прям ничего себе. Зачет. В глаза наметает. Так, ищем место, ребят, для стана, так сказать. Тут вроде бы ветра нет, можно посидеть. Будь здоров. Все, ребят, сейчас у нас костер. Ты слышишь этот ветер? Я вообще в жизни нахожусь или где? Нифига себе, что такое, это чай, что ли? У нас проблема, все сырое. Костер развести не получается. Мы будем пытаться делать это с горелкой. Ну, конечно, сейчас будут говорить там заядлые выживальщики. Что типа мы неправильно разводим, там все другое, там тыры-пыры, да? Ну, как ребят умеем, так и делаем. Вы не видели? Вот это вы не видели. У нас, короче, все, костер начинается. Костер у нас возрос, он теперь как бы не маленький ребеночек, а подросток. Три доширака. По скидке, ребят, скидка составила целых 8 рублей на штуку. Вообще, прям, я почувствовал всю свою еврейскую суть в этот момент. В общем, спустил стрим с телефона, пытаемся стримить. Лагает, конечно, но вроде бы работает, я надеюсь. Костер поддерживаем, я сейчас буду горелку ставить, чтобы, ну, не потеряться. Стоит у нас котелок на горелке. Костер для души, у нас доширак, как обычно. Мне кажется, это всеобщая мечта на канале, доширак, костер, горелка. Я пытаюсь начинать стримить с телефона, ну, с любого места. И мне кажется, прямые эфиры с покатушек это будет крутой идеей. И зимой я тоже это буду делать, ну, стараться, по крайней мере. РСГшники себя тоже любят, главное, медийка за ним пошел. Ой, Саня работает у нас. Поддерживает костер. Костер, мне кажется, поддерживать надо, потому что начинается дождь. Я показывал на стриме, выходил вот туда. С той стороны у нас прям видно было тучи такие непонятные, да, грозовые. К нам поступила информация, что уже в том районе, откуда мы приехали, идет дождь. Мы сейчас вне города находимся, и там дождь идет. В принципе, сейчас на нас накрапывает. Накрываем доширак. У меня появилась идея взять вот такой вот наборчик, типа. Ну, типа ради души, чисто. И приготовить это. Масло вылить, обжарить яйца туда кинуть, может, до этого помидорку. Видите, у нас дубовый лист, как приправа. Смотрите, как умею, ребят. Сейчас вывалит.
Четко, да? Не, я умею, реально. Ты почитаешь, да? Да. Ну да, вы там сидите и жрете хавшик. Так, теперь главное не пережарить, ребят, не пережарить. Смотри, как сделать. Ты вот эти вот убери. Ребят, что это такое вообще? Ребят, мне кажется, это красиво. Блин, слушай. Мы хотели на самом деле встать здесь. Развести костер вот здесь, да? Но, как мы можем увидеть, там дичь. Ребят. Дичь полнейшая. Там можно увидеть дождь. Вот там капли на нас падают. Ощущаются дикие порывы. Ну, видно, в общем-то, да? Всю квест заливает Жигулевск вообще в ливне. Мы каким-то чудом остаемся вне дождя, блин. У нас, кстати, тут с кукурузы сачок натек. Надо сейчас нам все это дело разогреть. Но разогреется, кстати, оно вот моментально. Это 100%. Ребята, у нас один... Реально как непонятно. Че? Где у вас ложки с вилками? В дошираке я не взял. Не взял? Я забыл. Че надо? Вот тебе вилку дам. Ага, хорошо. Ай-яй-яй. Такое все мягкое, кстати. Вот прям... Муа. Что там происходит? Можно я себе желток ворую? Смотрите. Давайте сделаем маленький бутерброд импровизированный. Грубо говоря, за ваше здоровье, так сказать. Везде лифт по кругу, ничего не менял. Там только фонари докупал. Комфортно. То есть можно было бы быстрее ехать, но он... А. Зачем я живу вообще? Блин, желток, ребят, был самый лучший в моей жизни. Он такой сливочный был, такой мягкий. Ох. Господи, все протереть надо. Ну я уже пояснял, поясню еще раз. У нас дождь везде. Мы же все поели, как бы все было вкусно. И мы просто сидим, ждем, переждаем дождь. Нужно просто его переждать. Очень плохо. Короче, телефон сел, могу бы увидеть, какая, да? С той стороны шторм, там ливень. Ну, я так хотел на самом деле когда-либо сделать. Сейчас вариант не пережидать все это или ехать в дождь. Но одеты мы не очень, так что я думаю... Сейчас мы подходим к нашему стану самой задницы мира. Погода, как вы видите, наверху не очень. Чувствую себя сейчас примерно как какой-нибудь гном из Варкрафта. Сейчас будем, в общем, набирать дрова, да? Чтобы просушиться. Кстати, пар изо рта. Для нас это не важно. Об дерево еще ломаем. Ебте, дождь выйдет. Мы сегодня хотели просто, ну, ради удовольствия своего, выехать, поесть доширак, как бы. Вот тут видно, да? Но нифига не получилось. Смотри, сколько у меня воды сюда налилось. Тупо сюрвайвал. Че, мы греемся, да? Мы греемся. Снаружи у нас жесть полнейшая. Как бы вот сейчас начинается полнейшая душа. И руки парят. Можешь, кстати, посушить. Но смотри, они могут у тебя прогореть. Костер жарить нормальный, он на самом деле спасает. Он, кстати, реально сушит, греет. Без него было бы намного сырее и неприятнее нам. Я тоже тогда свой рядышком положу. Давай. Они, правда, Ребят, смотрите, это моя походная сковорода. Она со съемной ручкой, довольно-таки тонкая. Это ПБГ, да? Но она, кстати, удобная, да? На самом деле удобная. Удобная. Очень удобная, блин. Так, ставочки подъехали. В общем, кострище все больше и больше становится. Ну, потому что мы реально, типа, сырые все. Ну, прям как после душа. Рюкзаки тоже все очень сырые. Все, ребят, костер потушим. Надо ехать домой.
сейчас. Прямо, да? Да, прямо. О, ну у меня так же. Я коснулся тебя, знаешь, сколько повылетало. Ебать, у нас колеса грязнее, а что остальное, смотри, каретка, блядь. Куда? Скользко, ёпта. Ну чё, ребят, мы, короче, в городе. Чил-день прошел успешно, это был лучший отдых на моей, короче, велосипедной судьбе. Очень много грязи, мне очень сильно понравилось. Так что советую делать так же. Без этих действий, ну, жизнь не кажется жизнью. Тут прямо? Где?